каждой идеи должна быть легенда и должна быть визитка, чтобы эта идея вас продвигала в жизни по социальной лестнице, между этажами, между разными самыми людьми. У вас будет такая визиточка, я для вас это делаю, и там будет эта картина, и вот эта легенда в том, что я еще живой, когда был, я рисовал эту картину для вашей визитки, Homo Futurus. Homo Futurus. И вот представьте себе, вы вынимаете из кармана эту визитку, кому-то даете, когда знакомитесь, а там это вот картинка Homo Futurus. Ваша фамилия, имя, отчество и ваши координаты. И он заинтересовывается и спрашивает, а что это такое Homo Futurus? А вы скажете, ну, знаете. И он полез в интернет и увидит, боже мой, да вы участник школы Homo Futurus. И у вас совершенно другой статус. Представляете, что я для вас придумал? Я же вам сказал, что я вас буду продвигать. Потому что вы начинаете быть носителем знаний человека будущего. То есть мыслите более свободно, своим собственным умом, чувствуете более чистыми чувствами и лучше понимаете, что, когда и как делать, что говорить, чем заниматься и как заниматься любимым делом, найдете свои таланты и поможете не только себе, но и всем близким. Вот что такое Homo Futurus. Да, друзья, до встречи.